Новое пожарное депо в поселке Октябрьский готовится к открытию. Большое помещение и новую спецтехнику получит 232-я часть. С инспекцией объект посетил глава округа Владимир Ружицкий. Вместо старого и маленького, новое, вдвое больше прежнего, пожарное депо. Такой подарок в канун профессионального праздника получат огнеборцы 232-й части. Здесь будут работать 78 человек и разместятся 8 спецмашин, что в старом здании было невозможно. Появилось отдельное помещение для, скажем, для спасателей, где будет их техника стоять. Здесь же больше машин входит в основной бокс, где будут стоять машины пожарные. Есть отдельно, где можно будет поставить машину для ремонта техники. Также у нас здесь появилась рукавная башня. Переехать в новое здание пожарным из Октябрьского помогли за счет весомой поддержки из регионального бюджета. Из 33 миллионов рублей 22 выделили из областной казны. Такие вложения оправданы большим охватом зоны обслуживания 232-й пожарной части. Это не только люберцы, но и близлежащие муниципалитеты. Это самое крупное пожарное депо в Люберецком городском округе, и оно в тройке самых крупных Московской области. Жители получили еще дополнительно безопасность с точки зрения пожарной безопасности, потому что в случае возгорания эта техника незамедлительно может прибыть для тушения пожара. На сегодняшний день здание депо готово полностью. Осталось укомплектовать его мебелью и техникой. Пожарная часть заработает в полном режиме по новому адресу весной 2021 года. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.